Ну ладно, Олег Николаевич, ну собственно по стройке, да, масштабной стройке, вот на сегодня вообще что завершено? Да, мы находимся в зоне реализации одного из нацпроектов строительства онкологического диспансера в Саратовской области. Буквально мы сейчас находимся в то время, когда можно, я бы сказал, назвать это, наблюдать эти кадры. И буквально через 2 года стройка заканчивается, и мы здесь начнем принимать больных. Это уникальный комплекс, содержащий оборудование более чем на 3 миллиарда здесь будет находиться, современное. Здесь будет гостиница для приезжающих, которые будут получать амбулаторную поликлиническую помощь. Это фактически такой вот центр оказания уникальной, необходимой жителям нашей области онкологической помощи. Строители работают в срок, что надо отметить, полностью в график. В этом году началось строительство, оно рассчитано до конца 2022 года, чтобы этот запустился комплекс для нужд нашей области. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, для чего здесь сегодня присутствуют врачи-ординаторы? Да, мы также решили у себя на совете, врачи онкоцентра решили, совместно разговаривая с нашим университетом, то, что одним из элементов профориентации за выполнение проекта «Кадры», тоже национальный проект, люди должны увидеть и посмотреть то, что мне, мы предлагаем им работу. Для того, чтобы работать здесь, нужно обладать сложной специальностью. Это не просто закончить медицинский институт. Еще нужно повысить свою квалификацию до онкологической службы. Причем раздвоить на много специальностей. Это же не просто онколог, тут врач, онколог-гинеколог, онколог-хирург, онколог-кардиолог. Много специальностей. Поэтому главный врач онкодиспансера пригласил и студентов медицинского университета непосредственно, и своих молодых специалистов, и врачей, которые изъявили желание, уже вошли в линейку нашего кадрового состава работать здесь. Они хотят познакомиться, фактически побывать в части истории, сфотографироваться на этом фоне, потому что каждый день все меняется. Стройка двигается, все меняется. Вот этого кадра мы буквально через месяц уже не увидим. Будет новый кадр. И посмотреть, где что, а может быть даже порекомендовать изменения в что-то и так далее, в том числе и цветовые окраски, это тоже очень большое значение.